Здравствуйте. 9 июня, 11 лунный день священного месяца. Созидие Сумя, сосечки воды с элементом огня. День людей женского пола. Благоприятнее проживать благосостояние, строительство. Начинать новый жизненный путь. Подписание контрактов, соглашений. Посадка семян, деревьев. Посещать, встречаться с высокими людьми. Направлять на достойные поступки. Устранять негатив. Решать напряженные ситуации. Можно жестким методом. Ребенок, родившийся в этот день, будет наделен храбростью, мужеством, красотой, способностью подавлять негатив с твердым характером. Стрижка волос к обострению органов чувств. День неблагоприятен для начала лечения, разрушения или установления фундамента, переездов, принимать собаку. Благоприятен для людей, родившихся в год, зайцы, овцы, неблагоприятен годам, обезьяны, тигры, змеи. И вылгинском сопчем дуане хорал хуонамши, мани дуане цурва юро, джу дуане тама харюга на бурятском языке. Соблюдайте чистоту тела, речи и ума до полнолуния. Полнолуние Сиддхарта Гаутама родился, обрел просветление и ушел в паранирвану.